Почетный знак за труд во благо земли Самарской вручил губернатор легендарному работнику Куйбышевской железной дороги Михаилу Федоровичу Ковшову. Ветерану отрасли исполнилось 80 лет. После победы он восстанавливал железнодорожную инфраструктуру и строил новые дороги. О непростом пути и новых наградах в материале Татьяны Пудовой. Михаил Федорович Ковшов мечтал стать моряком, а потом увлекся футболом. И в Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта поступил, рассказывает, только потому, что там было хорошее игровое поле. Но со второго курса почувствовал интерес к профессии. Был дежурным по станции Илецк Оренбургской железной дороги, затем начальником станции Саранск Куйбышевской. Возглавлял Рузаевское отделение. 5 лет был председателем исполкома Горсовета народных депутатов Саранска, затем первым заместителем председателя Совета министров Мордовской АССР. Вспоминает, как в должности заместителя начальника Куйбышевской железной дороги посетил США в составе делегации российских железнодорожников по обмену опытом. Я съездил в командировку, и после этого одним из участников этой командировки министру доложили, что учиться нам у американцев нечего, ибо организация работы железного транспорта в Советском Союзе, ну и потом в России, соответственно, такая, что им надо у нас учиться. Пожалуй, единственный отрасль, где американцам надо у нас учиться было. Сейчас Михаил Федорович – член консультативного совета ветеранов при губернаторе, работает с молодежью. Всех наград Михаила Федоровича не перечислить. В юбилей удостоены еще 2. Ему присвоено звание заслуженного работника железной дороги. А губернатор Николай Иванович Меркушкин, с которым они знакомы больше 40 лет, вручил знак «За труд во благо земли Самарской» и отметил, что на таких людях, как Михаил Федорович, держится не только регион, но и вся страна. Вы на самом деле тот человек, о котором можно бесконечно хорошо говорить. Говорят потом, это ведь на день рождения, вот так говорят, это вот так как бы принято. Вот в данном случае я абсолютно искренне говорю, вот он во многом полный самоотдачи дел, патриот своей страны. Это человек, о котором бесконечно много можно говорить. И только хорошего. Свой юбилей 80 лет отмечает в кругу друзей и коллег. Что его отличает как друга, это надежность. Он очень надежный человек, верный друг, прекрасный товарищ. С ним можно идти в разведку смело. На железной дороге Михаил Федорович проработал больше полувека. Она не только стала для него делом всей жизни, но и свела со второй половинкой. С Ниной Николаевной они вместе уже 58 лет. Татьяна Пудова, Андрей Авдеев, Новости губерния.